Добрый день. Меня зовут Ларионова Олеся. Я художница из Новосибирска. Также я являюсь искусствоведом. Хотела бы представить вам, внимание, свою работу, которая называется «Решение». Я пишу в стиле абстрактный экспрессионизм. И данная работа родилась в ходе серьезных изменений в моей жизни и принято важного решения. Соответственно, мое творение не заставило долго себя ждать названия. Поэтому она была названа именно так. Картина достаточно сильная и решительная по энергетике, но в мягком ее ключе, потому что написано душой в женском воплощении. И все мы знаем, что женщины принимают решения, исходя из своей мудрости и интуиции. Я буду благодарна вам за вашу оценку и благодарю вас за внимание.